Небольшой какой-то тут водопадик. Чистая вода. С гор течет. Какие-то кручи гималайские. Но здорово. Так жизнь поворачивается прикольно. Позавчера еще в Турции, позавчера в Санкт-Петербурге, вчера в Дели, а сегодня уже в Гималаях. Мне нравится. По сравнению с Дели, в Дели там тяжелый запах, конечно. Там кругом как-то вот даже, ну не знаю, мне не нравится, как там пахнет. Особенно, когда жара, все эти испарения, люди в туалет ходят на улице. И здесь пахнет полями, цветами. Ой, здесь так здорово. Ой, мамочка. Вот так вот у людей окошечки выходят прямо на поле и на Гималаи. Я все еще не могу успокоиться, поэтому восторгаюсь. Сейчас я немножко привыкну, мне хоть бы пару часиков походить, и я уже буду воспринимать спокойно. Так, а это семья. Здрасте. Hello, намасте. Местные. Личики у них тибетские. О, вот это да. Розы так цветут. А это, по-моему, рожь, да? Или овес? Нет, это, наверное, овес. Ну, неважно, короче. У меня попугайчики были. Я для них с поля, помнится, маленькая, ходила с мешочком на колхозное поле. Для попугайчиков воровала, можно сказать, вот этот овес. Поэтому все-таки думаю, что это овес. Но мне было всего 10 лет, а то и меньше. Я про карму ничего не знала. А попугайчикам нужно было кушать. Поэтому воровала. О, маму кафе. Надо будет там поесть. Здравствуй, гималайская собака. Она медитирует. Я ее отвлекла. Вернее, я ее не отвлекла. Она меня не заметила. О, еще две. Здравствуйте, собаки. Доброе утро. Ой, у тебя что, ножки болят? Или ты их отлежала? Мы тебе потом печеньки купим. Тьма золотая лизнула меня. Сайрам. 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 Заходи. Ван комнатка, вторая. А, nice to meet you. You see first time, no? Yes, I see first time. Yeah. I never saw her in Budapest. She stay mostly in Bangalore with the son and daughter. А, она больше всего живет в Бангалоре с сыном и дочкой, а потому что они получают образование. Ом намах шивая. Ом намах шивая. О, какая танка. Цепаха. This is your family? Yes. This is my family. My daughter, my son. Yeah, small family, very small family. Good. One son, one daughter. They are all in Mysore, Bangalore. Маленькая семья, говорит, сын, дочка, они учатся в Бангалоре. Yeah. What did they study?
What was the study? English college? One engineer college, science. Инженерный колледж. Томас, вот из этого. Томас это как бизнес. А, бизнес. А дочка бизнесу обучается. Такая кухонка маленькая. Как здорово. Very good view. Бхотача. Everything Бхотача. Какая веселая. For health very good. Clean, clean air, clean water. А, no problem. This... Это вы мою квартиру не видели. Она переживает, что быстренько надо... А, do you have coffee? Кофе? Milk, milk. Milk, окей. Okay. Чай, давай. Чай. Ой, мамочка. Здорово. Вот на каких они спят. This is sleeping place. Sleeping. Ага, такие низкие кроватки. Very nice, yes. Москиты, говорит, у них есть комары. Вот москитные сетки. Путапарти, он в июне вернется. Потому что здесь в июне начнутся дожди. And when rain finish, June start, and when finish? July, August. September 15. July. July, August. Два месяца будут дожди. Нет, у них даже больше в горах дождей. Номер один количество дождя в Пондичерри. А вот 6 месяцев в Пондичерри, а здесь 4 месяца дожди. Вот с июня начинаются, поэтому они уезжают в Путапарти. Путапарти говорит, дождь не приходит. Yes, no. Very little. Как мне это жена понравилась. Веселая такая. Все, я уже не выдержала сидеть вот так по-турецки. Уже для порядка 2 минуты посидела и вытянула ноги и спину прислонила. Как... Так здорово, мне так нравится, все так меняется в жизни, как калейдоскоп. Из снега выбралась, а тут сразу же такие деревья. Надеюсь, что в Питер пришло тепло. Они сказали, они будут вот красить тут у них, когда сезон дождей, видимо, все обсыпается. Конечно, трудно, когда сезон дождей, вот эту чистоту содержать, стены в чистоте, они же даже не обои не клеят, они все равно отклеются, отвалятся, поэтому они просто белят, как могут. А, сейчас они индийцы. Ну, дедушка приехал с Тибета. Корни тибетские у них, у этой семьи. Какая она веселая. О, как приятно. Нам приготовили омлет. И чипати. What is your name? Нима. My name is Ирина. 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 Шанти. Мин Шанти. Пис. Нима, вот мин. Сан. Сан. А ты что-то не уверен, что я Шанти, да? You not very sure, Ирина. It's Шанти. Юра, Ирина, но твой решанцы. Правильный ответ. И это правильный ответ. Лайк. Окей, thank you. Ой, какие чашечки красивые. Мы обязательно купим такие чашечки. А это пикл. Такая спайси приправа из манго делают они.
Индейцы все время догоняются этими пикколами. Они сами это делают. Ну, yes, little bit I will try. И чаши, и тарелочки very хорошие very надо купить. Very, very spicy. Yes. Thank you. Этот пикл, я рыдаю. Crying from pickle. Spicy. Yes. Даже от одной крошечки. Но омлет такой вкусный. Very tasty омлет. Very tasty. Ой, что-то я не... Не, walking. Потом. Thank you very much, thank you. Yes, of course. Сын вернулся, там сидит... Hello, namaste. Так, приятного аппетита. Так, сейчас, да, у нас есть... Мы заправились для прогулки по Дхармасале. This is Dharamsala already, or village near Dharamsala. Near Dharamsala. Да, ну, в общем, Дхармасала здесь. Центр 5-6 километров отсюда. Именно сама Дхармасала. Dharamsala. Такие миленькие горшочки, петунии, гераньки. Не хочет прямо на цементе-то спать. Ой, ты, да потому что ты вон какой крутянский. Не просто дворняжка. Приличная собачка-то. Еще не могу привыкнуть к запаху. Одурманивающий просто... Ой, я вот как-то бабочка летаю. Окей. परसों घूमने जाएंगे भी देखा दिखाऊं मैं आपको मंदिर है यहां से 2.5 किलोमीटर दूर किसने बोला सूर्य का मंदिर है नदी के А солнышко-то уже горячее. Похоже, придется или крем сейчас покупать, или прятаться. Не налюбуюсь на горы. Все, пошли.